Что же нужно, чтобы питомец прожил долгую и активную жизнь? Чем лучше кормить кошку? Ведущий ветеринарный врач нашей компании рекомендует промышленный корм. С кошкой нужно регулярно посещать ветеринарного врача-терапевта. Прививка – это лучшая защита от опасных вирусных инфекций. За 10 дней до вакцинации обработайте кошку от внутренних и внешних паразитов. На этапе взросления питомца нужно выбрать метод регуляции половой охоты. Вашей кошке подходит стерилизация, если вы не планируете вязать ее с котом. Кастрировать нужно, если вы не готовы следить за течками любимца и не сможете вовремя давать ей препарат для регуляции половой охоты. В других случаях легко выбрать альтернативный вариант без оперативного вмешательства. Кошкам необходимы гигиенические процедуры. К слову, мыть кошку нужно, если только она сильно испачкалась. У питомца обязательно должно быть укромное место. Друзья, вы можете дополнить наш список в комментариях.